Ребята, привет! Это Hot Wheels машинки. Сыграем в одиночную игру. Первый раз играем вместе с вами. Так, у нас вот такая зеленая тачка. Давайте первая гоночка у нас. Ух, как прикольно. Такая трасса прикольная. Тачки Hot Wheels. Ребята, вы же знаете, что это такое. Это... Ах! Ой! А так нельзя было делать. Понял, понял. Все, исправим ошибку сейчас свою. 130 метров. Так, защищать. Надо защищать эту антенку. Хорошо, хорошо, я понял, все. Сейчас будем справляться. Сейчас будем справляться, и у нас вот есть соперник. У-ху! Так, мы едем, едем, едем в далекие края, и мы его обогнали. Ура, ура, ура! Опачки! Круто, Big Air, говорит нам. Так, ну у нас из-за маленькой скорости не получается собрать вот эти монетки. Давай, о, да. Бензинчик нам очень нужен был, потому что заканчивается бензин. Давай, 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 давай. Газу, 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 газу. Ой, как тяжело дается машинке эта горка, какая она тяжелая. И... Да ладно, блин, я думал, мы успеем перевернуться до конца. Ну ладно, не успели, и ладно, 580 метров, ого-го-го-го, на второе место переместились мы сразу. Здорово. Так, нажав на педаль тормоза в воздухе, ты наклонишь грузовик вперед. Да это не грузовик, это машинка. Так, так, улучшение скорости, увеличение скорости максимально. Обновляем. Ты на пути к следующей тачке, окей. Да, хочу вот эту тачку классную, блин. Ну мы сейчас что-то там улучшили, скорость, да, по-моему, мы теперь скоростнее стали. О, да. Ох ты, вот это супер джамп вообще прям был сейчас. Жух, жух, давай, давай. Да как так, блин? Не получается почему-то, ребята, что за фигня? Я его пытался сбалансировать, у меня не получилось. Так, 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 еще, еще едем. Должны получиться, ты что за дела? Все должно получиться, я в этом просто не сомневаюсь. Опачки, ускоришки, ускоришки. Кто быстрее придет на финиш? Ага, он тоже так едет, да? У него тоже так не особо классно получается. Но пока он впереди, это дружочек. Пирожочек. Так, так, так. У нас еще будут ускорялки, вот кто знает. Я не знаю, пока будут или нет. Но пока он впереди, это друган. Так. У нас помощнее двигатель должен быть. Да, 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 да. И мы его здесь потихонечку обгоняли. Но он уехал, потому что едет с горки. О, мы приземлились, но... Да ладно, круто, он взорвался. Круто, круто, круто. Нифига, его запчасти до сих пор летают по трассе. Давай, давай, бензин, бензин. Есть бензинчик, есть бензинчик. Это очень здорово. Это очень здорово, ребята. Вы смотрите, как далеко мы доехали. Нифига. Трасса 860 уже километров. О, да. Супер гуд. Да ладно, мы финишировали. Круто, трасса пройдена. Минута 20 у нас это заняло времени. Ну, мы также на втором месте, конечно. Ну, да ладно, зато мы вон что, прошли трассу. Это очень круто. Давайте попробуем пройти вторую трассу. Может, получится, а может и нет. Я надеюсь, что получится, конечно же. Так, надо хватку улучшить. Хватку, да, улучшаем хватку. И улучшаем скорость обязательно. Скорость, без нее никуда. Так, наклон. Наклон тоже улучшим, да. И скорость еще раз улучшим. Мне кажется, скорость здесь важный элемент, но важнее гораздо балансировать, на самом деле. Куда важнее балансировать, потому что главное не разложиться. О, да ладно, ладно, блин. Вот так вот, ребята, первый же заезд, и вот так вот неудачно. Ну окей. А если получится? Если получится? Вообще, да мы оба не долетаем. Что делать здесь надо? Мы здесь оба не можем долететь. Да, какая-то беда, просто с нами беда. Так, я понял, тогда вот так сейчас мы сделаем. И погнали. По-хитрому. А, блин, ну я понял, понял, как надо проехать. Круто. Сейчас мы проедем. Я понял, там надо очень хитро. Очень прям хитро. Во, здесь надо, здесь просто так не проехать, да? Позже. А, проехать, почему не проехать? Все проехать. Прочность, прочность, давайте прочность улучшим. Так, гоночка. Здесь вот так надо потихонечку спуститься, подняться. И разгон берем. Хопа! Да ладно, а, он не перепрыгнул. Ха-ха-ха-ха-ха. Круто. Только мы перепрыгнули. И, давай, 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 друган. Да ладно, ладно, ладно. Тихо, 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 тихо. Сейчас мы заедем, мы должны заехать, я уверен. Давай же. Есть контакт, блин. Я знал, что мы можем это преодолеть, это препятствие. Hot Wheels тачки, это вообще круто. О, да, 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 вот это баланс. Ребята, это баланс называется. Да, вот здесь мы тоже должны проехать. Ну, давай, 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 давай. Да нет же. Мы повисли. Мы повисли, но мы справимся, говорю. Тихо, 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 тихо. Сбалансировал прям удачненько. Уф. Уф, 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 уф. Горочка.
Есть контакт. Смотрите, как мы далеко проходим. 490 метров, уже 500 метров преодолели. Ой, вот эта дистанция нам дается. Тяжеловато, конечно, но дается, дается самое главное. Бензина нету. Нету топлива, говорят нам. Да ладно. Ну да ладно. Ребята, если вы хотите, чтобы мы вместе с вами прошли эту игруху, пальчики вверх, обязательно ставьте пальчики вверх. Я обязательно ее попытаюсь пройти вместе с вами. А сейчас мы пройдем эту трассу еще разок. И хопа. Да ладно, он поднаучился, что ли? Вы смотрите, он вместе с нами перепрыгнул. О, нет. Нет, я не хочу падать, не хочу падать. Разгон. Разгон берем. Тяжело нам дается это. Да ладно, ладно, неужели он нас обгонит? О, ребята, ребята, ну мы где-нибудь сейчас его подорвем, да? Сейчас он где-нибудь подорвется, мне кажется. Да ладно, нету топлива. Есть топливо, есть. Топливо есть, его не может не быть. Уф, как мы круто взлетаем. Нет. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, падать нельзя. Падать нельзя. Тише, 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 тише. Блин, мы так далеко от него уехали. И вот из-за того, что мы на дебагзе съехали, у меня не получилось, конечно, обогнать его. Точнее, он нас обогнал за это время. Блин, мы так далеко сейчас проехали от него. И на тебе. Ой, у нас опять кончилось топливо. Все, ребята, мы не смогли. Мы паровозик, который не смог. А он взорвался. Ха-ха, смешно, дружочек, смешно. Мы прям до того же момента доехали. Да, да-да-да-да-да. Ну давайте еще разок, блин, ну мы же должны. У нас должно получиться. Так, у нас 345 монет, давайте улучшим хватку. Блин, не знаю, будем улучшать хватку. Хватку будем улучшать. Так, улучшим, улучшим, улучшим. Наклон улучшим, вот что. И погнали. Так, здесь аккуратненько, да? Да, и погнали, погнали. Да ладно, блин, ну что за дела? Что за дела? Окей, сейчас мы еще разок, это просто какой-то неудачный был заезд. Мы сейчас удачненько, удачненько вот так вот съедем. Потихонечку, потихонечку. И погнали, все. Сейчас точно перелет нормальный будет. Да. Ну что, дружочек, ты готов к крутой битве? Уф, мы даже здесь круто, мощно заехали. Да-да-да-да-да-да, мы супер-супер тачки Hot Wheels. О, да, ребята, BGR, это какой-то супер-крутой полет был сейчас. Да, вы смотрите, как классно у нас получается перелетать и залетать везде. Уф-уф-уф. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Так, немножко назад. Так, здесь нельзя тратить топливо просто так. Впустую. Впустую топливо не будем тратить, да, потому что мы иначе не проедем далеко. Далеко. А мы же хотим далеко проехать. По крайней мере, мы хотим победить, правильно, эту тачку? Ну, я не знаю, где он там едет, но мы пока... Давай-давай-давай. Да-да почему? Ну почему, блин? Все, вот закончилось топливо. Опять на том же месте. Ребята, ну это какая-то беда просто. У меня беда какая-то получается. Я не знаю, почему так происходит. Что-то я делаю, видно, не так. Это 100%. Если бы делал все так, значит, уже давно прошел. Так, скорость. Ну, улучшим скорость. Не знаю, получится что-нибудь или нет. Давайте еще разок. И будем заканчивать на сегодня. А вам, если нравится, обязательно подписывайтесь на канал. Ставьте пальчики вверх. И будьте вместе с нами. Будем проходить эти тачечки на Hot Wheels. Оп-оп-оп-оп. И мы заезжаем с первого раза, естественно, потому что у нас уже тачка-то очень мощная. Не то, что у нашего соперника. У нас уже прям все в порядке. Уф-уф, как мы перелетаем это все, да. И даже здесь мы легко справляемся, да, со всеми этими делами. А, здесь можно экономить топливо. А я не знал, что это можно делать. Ай-яй-яй-яй, так, съезжаем назад. Оп, теперь вперед. Давай-давай, дружок. Ты же нам должен помочь в этом нелегком деле, блин, а. Так, топливо нельзя тратить, но мы уже вот на той грани, когда у нас заканчивается это топливо. Ау! Фух, вот это сейчас мы чуть-чуть не взорвались. Ну давай, вот здесь. Давай. А, да ладно, опять на том же самом месте, ребята. Вы все видите своими глазами. Я ничего не скрываю, не получается. Я не знаю, 614 это какой-то рубеж прям для меня. Какой-то рубеж, рубеж, рубежевич, блин. Так, сейчас мы проапгрейдим наклон. Наклон апгрейдим. Так, давай, дружок, ну ты же должен. Ты же должен, у тебя все должно получиться. И полет-перелет. Опа. Так. Давай-давай-давай. Сейчас будем аккуратнее. Сейчас будем экономить топливо. Хотя вот я экономил сейчас, и что-то все равно ничего не получилось. Не знаю, в этом дело или не в этом. Можно здесь экономить или нет. Но я пытаюсь просто его экономить. Вроде типа получается. Ого, чуть-чуть не сломались. Представляете? Так-так-так-так-так. Осторожно. Так, здесь топливо не тратим. А, да ладно. Это что такое сейчас было, ребята? Это что сейчас было? Я просто не сбалансировал правильно.
Вот такие дела. В общем, не могу я пока пройти. Я буду пытаться вместе с вами в новых видео. Если вы меня поддержите лайком и подписочкой. Ребята, всем спасибо. Всем пока.